Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Лев, канал Лео ТВ, продолжаем с вами проходить Far Cry 5. Так, ну что, у нас там с вами все весьма оптимистично, да, по Веркиному региону. Ну, где она там, покажите мне, у нас, ну как оптимистично, нам еще нужно почти 1035 очков где-то нарулить. 1035 очков, и все было бы неплохо, за вот это нам 600 очков дали, но я не понимаю, где взять этого гризли, понимаете? В этом вся проблема. Нам дали прекрасное поручение, но мы не знаем, где взять этого гризли. 600 очков было бы очень хорошо. А что такое? В чем проблема? Они не убиваются, что ли? А, вон оно что. Я не готов столько тратить патронов на блажь. Мы с вами в прошлой серии вот сюда прибегали. А гризли здесь что, везде водятся? Потому что они никак не обозначаются. Поэтому... непонятно. Я подумал, что это гризли он. Вот это. А это кустик, оказывается. Блаш, надо обходить стороной, да? Гризли! Ну появись, что ли, ради приличия. Это какой-то нормальный чел вроде. Чё здесь, кто здесь? Никого здесь. Ну давай. Это что, это не то? Это Барри Балл. Может это он и есть, друзья, как вы думаете? Давайте посмотрим. Может, правда это он и есть. Не знаю, что за барибал. Давайте сбегаем. Чё тут? Кто тут? Ну, не очень похож на гризли, конечно же. Не очень. Зато вражин здесь... Так, это барибалы. Берегись! Да ты что ли барибал? Отдыхайте, барибалы. Ни к чему вы. А, это волки. Вон оно как оказывается. А я думал барибал. Слушайте, ну может правда сейчас встретим. Ну гризли и барибал это чисто по-братски разные вообще-то животные. Атакую сверху. Атакуй, атакуй. Кого они там стреляют, интересно? Идиоты эти. Здесь что-нибудь как косуля какая-то, олень, что это? Отдыхай. Что у тебя тут есть? У меня патронов на дробаш нет, вообще, представляете? Нормально. Я взял 3 штуки. Кто там? А-а-а. Ну давайте, сейчас мы тебя со снайперской винтовки ухандохаем. Давай, 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 появись. Флангист. Ну-ка. Живой? Смотри, живой. Отлично, сюда плывешь, летишь. Давай, родной. А вот и священный огонь. Угу. Сколько мне нужно, чтобы в тебя попасть? Ты не знаешь, а? Тебя я вроде пометил.
Но ты все равно... Так, вот мы опасно сейчас стоим. Я ее увидел в самый последний момент, эту бомбу. Ну ладно. Нам надо еще 1000. Вот 600 очков. Ну елки-палки. Ладно, давайте мелочевкой этой позанимаемся. В самый последний момент я решил побежать. Интересно, а на ее можно было подстрелить в воздухе? Так, давайте смотреть, что здесь есть. Барибала я не встретил. Печально. Здесь что-нибудь есть еще сюжетное такое прям? Это что? Клатч Никсон. Конечно, есть. Марина Драбман. Это что? Это же наш регион. Конечно, наш. Перемещаемся. Зачем сейчас переместимся и все? У него есть для нас задание. Скажи, сколько оно стоит, я не посмотрел. Ну ладно. 400 очков, наверное, отсыпет. Начали жатву они. Надо Верку в сегодняшней серии убить. Маришка, так, сейчас мы с тобой побеседуем. Наконец-то в Марине все вернется на круги свои. Знаешь про радоновые спа? Раньше была такая тема. Природное лечение. Подойди, душечка. Тут мне рядом нужна как помощь. Раз есть шахта здоровья. Сектанты хранят там свое добро. Ублюдки думают, что могут просто так брать мою собственность. Мы что, в Канаде? Аглаида Драбман, рада познакомиться. Спасибо, что помог мне вернуть Марину, но у меня случилась беда. Сектанты украли мой тюльпан. Это самый проворный вертолет во всей Монтане. И я не позволю этим святохренам украсть его у меня. Я честно получила его при разделе имущества. Этот ходячий импотент покрасил его в уродский майонезный цвет. Поэтому, чтобы найти его, тебе придется опознать пилота. Это будет просто. Все остальные вертолеты водят женщины. Мы вместе раньше летали по выходным, но после того, как эти метелки вступили в секту, я знать их не хочу. Так что если ты случайно собьешь предательниц, ничего страшного. Что скажешь, детка? Поможешь, и мы с тюльпаном будем помогать тебе. Конечно. Я слыхал, ты освободил тюрьму. Как держать? Так. Здесь есть возможность вызвать вертолет, да. Могли отнять у меня оружие, и демщики не смогут. Вера из-за тебя просто в я... Да мне на эту Веру, что она там в ярости, не в ярости, вообще абсолютно. Понимаешь, родной? Так, все, да? Что, у нас тут есть добыча? Не-не, ничего продавать не буду. Ну, скунса можно продать. Это можно продать. Лось, да. Я ничего продавать не буду, нафиг. Так. А, где... А, вертолет, 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 вертолет. Где вызвать? У эдемщиков есть пулеметы и РПГ. А, все, вон площадка. Сейчас поищем. Может, там и медведя заодно грохнем. Поехали. Так, ну что у нас, ну какая ближайшая точка? 800 метров, да? Скажи мне, это не ты меня на меня в прошлой серии бомбу сбросил? На меня в начале серии бомбу сбросил. Меня стреляют со всех сторон. Ну все, а как ты хотел? Месть будет, да. Все, давай, давай, родной, пора. Хороших, порядочных людей. Сколько туда лететь? 700, да, вот сюда летим. Главное, деловой такой. Бомбу на меня скинул в прошлое, это в начале серии. Кто там, кто, где, кого, что? Хочу еще кого-нибудь подбить. Не
получается, ладно, летим на задание. Сколько нам? 400 очков сопротивления дадут за него? Где уж? Где он? Ну-ка. Слушайте, я попаду по нему? Нет вообще. Наперед надо стрелять, что ли? Кто там такой деловой? Короче. Пошли лесом. Все, летим. Вот что здесь. Найдите пилота. Отлично. Так, отправляйтесь к пожарной вышке. 2000 сюда летим. Да, держусь, держусь, как могу. Вышка будет самая дальняя, наверное, и там и будет все. Вертолет, ну набери, пожалуйста, высоту. Вот, вот, еще надо, еще. Какие виды, сил нету. Сейчас пилот появится, да? Там и тайник какой-то, и найдите пилота. Как думаете, если мы туда приземлимся? Это что у нас? Кто это? Это вражина. Вот так. Где я? Кто? Я опять не вижу, кто стреляет. Ну-ка. Все. Ну, мы все вопросы порешали, в принципе. Летим, летим. Там надо, хочу убить пилота. И вип-сектанты, если есть возможность, чтобы на него 50 очков. То есть, если по 3 вип-сектанта, это 150 очков. Уже, да, нормально. Я вообще, честно говоря, не понял, что она от нас в итоге хотела. Найди пилота. Одного пилота мы грохнули прям в вертолете. Второй тусил в доме. Сейчас, в третьей вышке, наверное, он тоже там где-то круги-круги нарезать будет. Не знаю. Но это же здорово, понимаете, выполнять задания, не приходя в сознание. Это же здорово. Ой, какие виды. Чуть-чуть снизимся сейчас. А то мы, ну, высоко летим, высоко, да. Вот, снижаемся, да. Чтобы я просто понимал, хоть куда мы подлетаем. А вообще никакого понимания нет. Сейчас будем утюжить.
найдите. А здесь кто-то вообще душ. Этого ублюдка, подожди, пока сядет. Потом оторви сучонку член и верни тюльпанчик домой. И не порань мой вертолетик. И как ты мне предлагаешь его убить? Подождать, пока он приземлится? Найдите вертолет Аделаида, осмотревшись с вышки. Ну окей. Со снайперской винтовки будем. Судя по всему, это будет VIP-сектант. И мы будем его снимать со снайперской винтовки, я так думаю. Во всяком случае, на это очень надеюсь. Вот он сам приземляется. Отлично. Ну-кась, ну-кась, ну-кась. Так. Ну вот он, наверное. И что дальше? Короче, надо этого деятеля грохнуть, да. Угу. Да, пойдемте. Он вон там. Туда нам нет смысла лететь на вертолете, потому что мы на вертолете оттуда улетим. Пойдемте. Почему задание? Задание не меняется, ведь мы же вертолет увидели. Ну так. Они не помешают нам вернуться в Эдем. Там, ниже! Убейте пилота. Быстро-быстро уходим. Каким образом я его должен убить? Вопрос нескромный. Но, разумеется, огнестрельным оружием. А, все, понятно. Он будет с места на место перелетать. Ладно. Тебя выдают твои грехи. Серьезно? Быстро, иди сюда. Сейчас мы в него кинем эту бомбу и все. Так, он там приземлился, пусть тусит. Где он? А. Надо к нему так подобраться. Ладно, сейчас подберемся. Где он? Снова вижу его. Все? Снес я его, не глядя, да? Отлично. Эй, я его нашел! Он... Все. Давай. Похилились, отлично. Это кто, пилот? Уходим. Уходим, уходим, уходим. Там кто, снайпера что ли повылазили? Я вообще не понимаю, откуда, сколько их. Ну ладно. Там не один, я не знаю. Может один, может не один. Так, давайте. Да ну давай, игра.
Что надо зажать, чтобы это нормально работало? Ну-ка. Отлично. Сейчас мы с этими должны разобраться, товарищами. Так, все, я восстановился, да, я восстановился. Они сюда придут, интересно? Ладно. То есть вип-сектант вылез, да? Да, вылез. Ну ладно. Это что, фанера, что ли? Куда лететь? 3 километра. А, ну сейчас будет. Как закончишь, сразу же тащи сюда мой тюльпан. Если возникнут неприятности, имей в виду, что тюльпан оснащен орудиями. Эти крошки страшнее, чем бык в брачный период. Понятно. Пулемет обыкновенный. Но они, конечно, нам будут мешать, это понятно. Ракеты вон я вижу. Это балалайка. Давай, летим. Интересно, а если сделать быстрое перемещение? Ну, не, вряд ли. Давайте полетим так, как должны лететь. Виды, да. Летим высоко, мы на другой планете. А дадут бонус, интересно, если нам удастся вернуть вертолет непокоцанным? Как вы думаете? 150 вип-сектантов мы здесь настреляли, да, 400 где-то должны дать. Но это 550 очков опыта где-то, должно суммарно нам это задание принести. Там же 3 вип-сектанта было. Какие виды сил нету, какие виды сил нету. Сейчас посадим, чё, какие проблемы. Что такое, в чем проблема? Чё не садимся? Ой, не то. А что, у него оружие не переключается, да? Чего? Чего не так-то, я не понимаю. В какой гавани? Ладно. А, сюда. Ну. Все. Захватите Марину. Ну, давай. Кто там? Где там? Все, вот еще один.
сколько их там? Так, вот еще одного вижу. Они сквозь ящики по мне попадают? Я не понимаю. Интересно. Здорово. Один он. У нас патронов максимум, я же расширился, 45. Все. Я в очередной раз очень эффектно применил эту взрывчатку. Ну давайте пока их обыщем. Так. Все, больше ничего у них нету, у этих нищебродов. Тут ничего. Боже милостивый, мы только вернули Марину. Как я ненавижу этих седососов. Черт возьми, ты молодец. Я в курсе. А чтоб мне провалиться. Ты не только подоспел к самому празднику, но еще и тюльпан вернул. Угу. Так, я человек слова. Нужен пилот, который отстрелит суслику хрен с высоты 15 метров? Обращайся. Хорошо. Вызывай, когда хочешь. Только не на закате. А что на закате? В это время Ксандр занимается йогой. Дивное зрелище. Ах, это задница, когда он стоит в позе собаки мордой вниз. В общем, спасибо, пупсик. За мной должок. Привет, красавчик. Сколько мне там отсыпали? 600 плюс... А, мы почти нормально дали. Так, где эти деятели? Я прям не ожидал. Ой, нам нужно с вами... Мы, короче, с вами с этого задания, знаете, сколько привезли? 150... 750 очков опыта. А нам нужно 200 с лишним. И все, и все, и все. Так. У нас там... Так, вон еще что-то есть. Давайте посмотрим. Помоги мне. Это ты что ли, Йок? Ты только посмотри, что творят. Разливают повсюду блажь. ЭТМщики перевозят эту отраву по всему округу. Эта хрень попадает в реку и заражает ее. Видишь зеленые контейнеры? В них полно блажи. Их везут в какое-то важное место. Патроны там. Нужно найти куда и уничтожить их. Мой лайф-коуч учит решать проблемы поэтапно. Шаг первый. Они не умеют прятаться, да? У эдемщиков есть ноут, который поможет отследить контейнеры. Найдем их и подорвем. Бабах! Ты дурак, что ли? Ну-ка, давайте посмотрим, что нам там обещают за все это. Ускорители, взрывчатка, отлично, компенсировали. Я сломала ноготь. Записка из Марины. План развития Марины. Если сначала ничего не получается, вычтите убытки из налогов. Как говорил Кирпатрик, 20 номеров эксклюзивных, роскошных для озера в самый раз. Цветовая гамма нежно-розовый, миллениалы любят. Не переборщить, просто штрих, тям-сям, одна мини-яхта, 5 небольших рыбок. Что это такое? Короче, это план развития вот этой вот Марины. Ясно. Эй, это я. Слушай меня внимательно. Угу. Я готов терпеть твоего хахаля в моей марине, но заруби себе на носу. Пусть только рискнет подойти к моей черпалке. Я никому не угрожаю. Если скажешь своему адвокату, что угрожаю, я взорву твою тачку. Надо же. Какой грозный. Так, у этого что за задание? Давайте посмотрим. Который со звездочкой. Есть работа для всех, кто любит рыбалку. Здесь водится гигантская рыба-альбинос. Местные называют ее Рагнар Ужасный. Народ уже давно пытается поймать Рагнара, но он не поддается. Он обычно плавает около вон того островка. Какого? Все обрадуются, если ты его наконец поймаешь.
Думаю, у тебя получится. А сколько дальше дадите? Давайте посмотрим. Так. Это что у нас? Это не то. Дополнительные задания. Что дают? 100 очков? Не, я не буду этим заморачиваться. Это ни о чем вообще, 100 очков. Ну, пойдемте. Что? Нет, не клинические исследования. Вот это что? Доберитесь до заправки. 900? Пойдемте доберемся до заправки. Переделать, чтобы избавиться от вони. Ну, переделай, да. Здесь везде боевые действия, друзья. Там, кто там упал? Марина Драбман упала. Так, я ж... Мне ее вертолет не нравится совершенно. А я смогу свой забрать? Вот он, мой божественный вертолет с ракетами, со всем, чем надо. Давай, Чуи. Понравилось, да? Все вы нервы такие. Я, главное, сижу в вертолете и слышу ее, как будто бы она вот... Что-то на того, что гул, двигатель, там все дела. Что у нас там? Постреляться предлагает он, да? А, это ты, да? Все, до свидания, родной. Долетался. У меня уже стекла покоцал. Неплохо так, между прочим. А что здесь на заправке? Эй, забыл сказать. Ноут подсоединится к GPS на их лодках. Умно, правда? Угу. В общем, ищи компы лодки, и тогда мы найдем контейнеры. И ты сотрешь их в пыль. Все, прилетели, отлично. Там еще кто-то что-то хочет? Да, по-моему, хочет. Вот тут бегает один. Да не один. Хорошо. О, все, все. Да, да, согласен. Чуть-чуть не хватило. Ну ладно. Чуть-чуть не хватило. Где нас, интересно, леснет? Эй, забыл сказать. Ноут подсоединится к GPS на их лодках. Умно, правда? В общем, ищи компы лодки, и тогда мы найдем контейнеры. И ты сотрешь их в пыль. Взломайте компьютер. Они что здесь, бесконечные, что ли? Вот так. Смотрите, к партизанам, к тараканы бегут. Тараканы, чистые тараканы. Сколько их там? Он в здании? Нет, то не в здании, в этом его ошибка. Типа спрятался, да? Кто там еще что хочет? А, еще группа поддержки. Давайте постреляем. Вот и все. Больше группы поддержки нету, да? Прекрасно. Выходим. Пойдемте взламывать компудахтер. Ну. Так. Сейчас будет минуту 30, они сейчас будут набегать сюда, да, я так понимаю? Скорее всего, да. Ну, конечно.
еще сколько? Таймер есть? Да, минута 7. Хорошо. Я не могу отходить? Могу, в принципе, что нет-то? Касса. Тихо, тихо. На кассе ничего нету? Что здесь? Записка на заправочной станции. Уважаемый мистер МакДэвид, нам жалуются на то, что на крыше вашей заправочной станции Мисти Ривер, которая является филиалом Голден Вэлли, установлен пулемет. Это плохо сказывается на имидже нашей корпорации и вредит репутации ведущей нефтяной компании Монтаны. Пожалуйста, немедленно уберите все крупнокалиберные оружия. В противном случае мы отзовем у вас лицензию. С наилучшими пожеланиями, Лориан Финни, отдел внешних связей компании Голден Вэлк, да? Так, ну... Замечательно. Чё... Нам нужно залазить туда, нет? Чтобы его этот за пулемет добраться. Или не надо? Ну давай. Чё так медленно взламывается-то? Та-та. Ой, видели? Сидит. Он думает, он выжил. Сейчас мы грохнем его. Так, мы поймали сигнал. Можно отследить лодки, но сначала тебе надо подняться в воздух. У заправки стоит вертолет. Проследишь за ними с высоты птичьего полета. У заправки, говорит, стоит вертолет. Тро-то-то-то-то-то. Еще высоту набираем, еще. Хорошо, мы этих сектантов, да, прилупарили. Бац-бац, и все. Несколько эффектных ракетных ударов, и сектанты йохт-йохт. Неужели мы в этой серии Верку не убьем? Должны, должны. Ну что, верхушки деревьев цепляем? Ну-н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 у. Уходим, уходим, конечно. Уходим от выстрелов. От всего этого вашего насилия. Мы ж не любим с вами насилие, правда, друзья? У Верки, наверное, какая-нибудь наркомания там будет. На то, чтобы ее убить. Да, хорошо, мы привезли очков. Сейчас будем бомбить, да, эти катера. Ну, здесь можно и снизиться. Найдите лодочный конвой. Найдешь лодки, следуй за ними. Они приведут тебя к тайнику. Ага. Ладно. Ну надо же. Эх, сейчас бы их почекрижить. Летим за лодочным конвоем. Так вот, на относительно небольшой скорости. Они вообще, да, не понимают, что за ними следят. Просто идиоты. Ла-ла-ла-ла-ла. Та-та-та-та. Следуем, следуем за конвоем, да. Ну давай. Тихо, тихо.
Доберитесь до тайника с контейнером. Но тут, я думаю, не все так просто будет. Так, и... Значит, наверное, охраняются эти контейнеры, правильно? Майнгод, я попаду вообще, нет? А что если, например, вот так вот? Давайте сейчас подлетим. Подлетим, да. И... Подождите, а почему... А, все. Ну что там, что-нибудь мы уничтожили? Да ладно, серьезно? Да. Готово. Ну стреляй давай. Но я стоял, я не двигался, конечно, меня собьют. Только не говорите, что мне надо бы сначала. Я понятно, что я не шевелился. Ну не знаю тогда, как надо их. Бомбы не получилось сбросить. Если бы был вид из этого бомболюка, или как он называется, там было бы, конечно, проще. Так. А, ну все, мы добрались до контейнера. Пошли. Хорошо. Сейчас еще этого деятеля надо будет грохнуть. Их пять. Да елки-палки. Давай, уничтожайся. Сколько их там еще? Вера, заткнись, а. А где эти контейнеры? То ли здесь? И все, больше их нигде нету. Контейнеры! Их нужно защитить! А где эти контейнеры? Ну вот здесь мы уничтожили, а остальные где? Вот еще вижу. 10. Ну, они, наверное, внутри, скорее всего, да? Я думаю, что внутри, конечно. Так. Там вообще никто выжить не должен уже был за это время в этой машине. Ну-ка, ну-ка, родной. Еще здесь есть что-нибудь? Но не может же быть здесь в помещении 10 контейнеров, правильно? Ну это как-то малореально. Где они там, эти деятели? Так.
Вон оно, что, они тут спрятаны, спрятаны. Вот я еще вижу. Конечно. Прекрасно. Я еще попал, да. Так. Блажь он защищает. Я тебя сейчас защищу, защитник. Пошел, отлично. Готов. Никуда ты не уедешь, говнюк. Там есть что-то? Конечно, есть. Хорошо. А вот здесь... Нет, здесь ничего. Блаж, не отдавайте ее им. Вот так. Все сюда! Им нужна Блаж! Где еще? Где-то здесь еще должен быть, да, получается? Один остался. Контейнер. Где этот таракан? Ну-кась, ну-кась, ну-кась. Готов. Да. Думал, один раз прокатило все, теперь прокатит все время. Прокатывать все время будет, да? Я видел тебя. Ну-ка. Вон она. Давайте, знаете, что сделаем? Не попал я? Не попал. Да плохо. Подождите. Все. Я ж отсюда вижу облака блажи. Никаких больше токсинов. Ада была права насчет тебя. Да. Все? Ну все. Верка. Где она? А где Верка? Пора, говорит, расправиться с ней. Замечательно. А где она? Замечательно. Вера насмехается над нами. Где она? Как ее найти? Что мне надо делать? Я не понимаю. Надо куда-то в Блаж приземлиться, что ли? Сейчас попробуем. Давайте приземлимся и посмотрим, даст это что-то или нет. Вон там можешь куда-то надо в Блаж, вон туда приземлиться.
Что за бред, а? Надо найти поля с блажью, что ли? Как ее уничтожить? Ага, все понятно. Вопрос приземлиться. Ну что, Веруня? Сдохнешь ты? Угу. Сдохнешь. А я думал, надо куда-то там что-то выслеживать. Я не понимаю. Ты думал, что сможешь и дальше безнаказанно творить все, что захочешь? Да. Я была честна, справедлива. Пошел вон, комар. Но ты такой эгоист. Ты заставил уйти того, кто этого не хотел. Хау. О, приходы, а. И все ради чего? Ради славы? Угу. Скажи, ты знаешь, что такое гибрис? Я знаю, твой, что такое дохлая верилгис, верикис, веркарис, какашкарис. И люди верили, что те, кто позволяет себе подобную дерзость, гневят богиню Немезиду. И она покарает их. Если выиграю, ты наденешь значок. Что скажешь? А басай, да, ходит все время. Интересно. Раз ты понимаешь лишь язык насилия, поговорим на нем. Давай. Их кровь будет на твоих руках. Их кровь будет на твоих руках. Как тебе такая слава? Как тебе такая слава? Что ты делаешь? Жаль, что пришлось это сделать. Жаль, что пришлось это сделать. Но другого пути не было. Ты весь в бабочках. Свой выбор. Ты сделал свой выбор. Кто открыл двери? Черт, они внутри! А я говорил, я не хотел идти. Ну и... Адамщики в центре управления! Салага! Кто-нибудь! Нас атакуют! Нет! Держитесь! А где Вера? Ну, это уже, друзья, следующей серии. Я-то думал, что это сразу будет. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на Яндекс.Дзен. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Всем до новых встреч, всем пока.